Хизер Харди в пятницу оставила в клетке на турнире Bellator 185 все. Кровь, пот и слезы, но в основном кровь. Бывшая участница профессиональных боев по боксу в своем втором поединке по правилам ММА встречалась с Кристиной Уильямс, для которой это был профессиональный дебют в Bellator. Она просто не могла попасть в свой ритм. Главным образом, потому что Уильямс выводила ее из своей стихии, нанося Харди разящие удары локтями, один из которых сломал нос Хизер. Кто не смотрел бой, посмотрите, это была просто кровавая баня. Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xBet. Зашел, поставил, победил. Харди покинула клетку побитой и окровавленной, после чего в своем заявлении в Инстаграм отдала должное Уильямс. Простите, что всех подвела. Я отдала все и правда надеюсь, что это было видно. Я лучше проиграю, чем дам скучный бой, потому что я ценю каждого из вас. Спонсоров, тренеров, друзей, семью и фанатов. И самое плохое — это знать, что я не смогла выполнить работу для вас всех. Написала Харди. Поздравляю Кристину Уильямс с ее игрой, в которой были ответы на все, что я пробовала. Ос. Хотя это тяжелое поражение для Харди, изменившее ее профессиональный рекорд в ММА на 1-1, она достойно приняла его. «Если вам интересно, да, я вернусь», — продолжила она. «Ничто никогда не заставит меня прекратить драться, даже этот сломанный нос. Я знала, что рискую, приходя в этот новый мир. И все это часть моего путешествия. Вы все видели, насколько я вынослива. Теперь посмотрите, как я вернусь». А тем временем российский бизнесмен, президент международной компании M1 Global, Вадим Финкельштейн, прокомментировал поражение Александра Шлеменко Гегарду Мусаси. «Конечно, я смотрел и был в таком же недоумении, как и зрители в зале, когда судья поднял руку Мусаси. Многие так называемые хейтеры говорят, что мы русские предвзято смотрим. Мы все болели за Шлеменко, и поэтому нам кажется решение спорным. Причем тут это? Если даже тысячи американских зрителей страшным гулом и свистом отреагировали на такое решение. Да, Саша уступил в первом раунде. Во втором он доминировал и отдал лишь последние полторы минуты. Это как минимум ничейный раунд. Повторюсь, как минимум. Ну а то, что в решающем третьем раунде он просто разнес Мусаси в пух и прах, я думаю, не будут отрицать даже фанаты Мусаси. Как по итогам этого боя можно отдать победу Гегарду, я не знаю. Одно могу сказать. Александр доказал всему миру свой уровень. Доказал, что российская школа ММА на сегодняшний день готова на равных конкурировать с самыми топовыми бойцами мирового рейтинга. Очень надеюсь, что Александр еще долгое время будет радовать нас своими победами. У него не бывает скучных поединков. Это однозначно один из самых зрелищных бойцов не только в России, но и в мире. А как вы прокомментируете эти новости? Выпуск подготовил Панин Вид специально для Артема Тарасова. Понравился видос? Подпишись на канал и поставь лайк, ведь завтра еще одно видео. Скоро увидимся. Fight Pro. Самый узнаваемый бойцовский бренд в России. У вас есть возможность открыть клуб в своем городе. Узнай как. Ссылка в описании. Airline Sport Nutrition. Самое вкусное спортивное питание на российском рынке.